После этого видео ты забудешь, как зовут твою собственную мать. Ведь ты даже не сможешь написать ее имя в комментариях. Если не боишься, то делай все, что я тебе говорю. Выбери одну из трех точек, которые ты видишь на экране, и смотри на нее на протяжении всего видео, не отводя взгляда. От твоего выбора зависит эффект. Нажми на эту точку два раза и поставь лайк, чтобы система считала. А также нужно подписаться на мой аккаунт, иначе эффект не будет действовать. Я серьезно, чтобы все подействовало, поставь лайк и подпишись. Сделал это? Сейчас я досчитаю до трех, и ты напишешь имя своей мамы. Ну и вероятнее всего забудешь ее имя и отправишься в детдом. Шутка. 1, 2, 3. Пиши. Это самые крутые шпаргалки. Можно спрятать листочек между двумя линейками. Просто соедини их вместе скотчем и приклей к ним листочек. Теперь на первый взгляд обычная линейка похожа на маленькую книжку, которую будет невозможно заметить. Ну а если ты постоянно забываешь линейку, то ее можно нарисовать на листочке и засунуть в ручку. И теперь линейка у тебя будет всегда в руке. Если ты увидишь это, то немедленно беги. Прогуливаясь по лесу, вы можете заметить вот такие плоды и подумать, что это яблоня. Присмотрись к нему и запомни его. Такой плод опасен и токсичен. Он может вызвать раздражение и химические ожоги. А кора этого дерева при сгорании может вызвать значительное ухудшение зрения. Почему человек может просыпаться ночью без причины? Это иногда происходит из-за того, что режим дня не совпадает с нашими биологическими часами. Также это может быть из-за переутомления, стресса, и может кто-то на вас ночью посмотрел. Проверь, насколько хороша твоя интуиция, и напиши, сколько баллов ты набрал. И для начала попробуй ответить, какая из этих бутылок красная. Доверься своему внутреннему ощущению, подпишись, поставь лайк, и у тебя все получится. Красная была та, что слева, поэтому если ты угадал, ставь себе 1 балл. А здесь подумай, на самом деле на улице день или ночь. Посмотри несколько секунд и подумай внимательно. Если ты угадал, что здесь день, то твоя интуиция тебя не подвела, так что ставь себе 2 балл. Пиши, сколько баллов ты набрал. Это люди, которые глупо собой рисковали. Мужчина из Австралии увидел на берегу морского льва и решил его погладить. Но эти животные длиной более 2 метров очень агрессивные, и лучше не стоит к ним подходить. Этот человек ради необычной фотографии залез в пасть к огромному крокодилу. Вы только посмотрите на эти острые зубы с размером с палец. Ты узнал об этих фактах только сегодня. Через 5 минут после пробуждения человек способен вспомнить свой сон наполовину, а через 10 минут лишь всего 10%. Горячая вода эффективнее тушит огонь, чем холодная. Ваши стопы выделяют около 20 литров пота в год. Около 2500 левшей умирают каждый год из-за того, что используют оборудование, созданное для правшей. Что будет, если ты всегда будешь говорить «да»? Ты наконец-то сможешь сделать то, о чем ты всегда мечтал, но откладывал. Ты будешь покупать все товары, которые тебе предлагают. Ты будешь самым счастливым человеком в мире, потому что каждый твой день будет полон событий. Ты обретешь уверенность в себе, потому что ты будешь говорить «да» даже любому незнакомому человеку. Факты про тебя. Подпишись, поставь лайк, и тогда точно все совпадет. На твоем телефоне меньше 100% зарядки. У тебя телефон в правой руке. Тебе от 9 до 40 лет. Ты сидишь в интернете более 30 минут. Очень большая вероятность того, что ты это не прочитал. Совпадение, которое тебя удивят. Принт на стаканчике совпал со свитшотом. Ушки кота идеально подошли девушке в компьютере. Это совершенно разные люди, но они полностью совпали. Мужчина ходил в больницу и на картинке увидел человека, похожего на себя. Рисунок на шоколаде идеально совпал с окружающей природой. Такое бывает очень редко. Эта иллюзия тебя точно удивит. Чтобы все сработало, следуй инструкции. Сейчас ты перед собой видишь торт, в котором не хватает 1 куска. Чтобы иллюзия сработала, подпишись, поставь лайк. А теперь переверни телефон, и ты увидишь, что здесь всего 1 кусок и не хватает всего торта. Если иллюзия сработала, пиши в комментариях.